топе новостных заголовков второй день остается криминальный инцидент в плавательном бассейне стадиона имени Ленина. Согласно нескольким популярным телеграм-каналам и новостным сайтам, 9 ноября в душевой бассейна педофил пытался развратить мальчика-семиклассника. Правоохранительные органы в интересах потерпевшего пока не комментируют случившееся. Своей реакцией на произошедшее с нами поделился детский омбудсмен Орловщины Константин Домогацкий. Прошла информация о таком резонансном случае, страшном случае, что 57-летний мужчина домогался до несовершеннолетнего. Но здесь действительно надо сказать, что уже, наверное, созрела та ситуация, когда в общедоступных местах собирается и взрослое население, и несовершеннолетние. Действительно, может быть, надо уже подумать и посмотреть, чтобы у ребенка было свое помещение, в случае, если оно ему необходимо, где он может переодеться, принять душ. И, к слову сказать, естественно, здесь нельзя не согласиться с нашим федеральным детским уполномоченным. По таким статьям, где идет развратное действие в отношении несовершеннолетних, нужно увеличивать наказание.